Первый раз на уловки мошенников 58-летняя горожанка попалась еще осенью прошлого года. Женщине поступил звонок от лжесотрудников службы безопасности банка. Они сообщили, что ее накопления в опасности. В октябре мне позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка. Я работаю по вахте, часто не бываю дома. Они сказали, что нужно сохранить мои деньги. Их могут мошенники снять. И предложили открыть безопасную ячейку для этого, ну, чтобы сохранить средства. И в разное время, с ноября, я им говорила коды из сообщений, и переводились деньги. Женщина испугалась и перевела первые 30 тысяч рублей на безопасный счет. Дальше больше. То, что ее обманули, пострадавшая осознала только спустя несколько месяцев, в декабре прошлого года. Но в полицию обратилась только сейчас. В итоге горожанка лишилась 5 миллионов 600 тысяч рублей, больше половины из которых она взяла в кредит. По данному факту возбуждено уголовное дело.